Друзья, всем привет! Вот я решил свою алоказию переукорененную поглядеть, что как у нее там корни. И думаю, может насыпать туда самодельной своей лечузы. И вот такое я сегодня приобрел детку с такими хорошими корнями. Это алоказия Фрайдек или Мишольц, или как-то там еще называется. Это не клубенек, это именно отделенная детка. Отнес там свой кактус один и поменялся вот на такую. Отличная, так сказать, отличный обмен произошел. Им кактус понравился, мне понравилась эта алоказия. Так что, ну, сейчас посмотрим, что тут и как тут выглядит. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Темно, да вроде нет. Я вспомнил корешок один, я так кидал, лишь бы было. И вот, смотрите, какая миниатюрная алоказия. Просто с корешка. Видели, какая такое? Бывает и такое. Ну, ставлю ее тоже, конечно. Что-то тут непонятное. Росло, росло. Куда снимаю, непонятно, да? Ну то ладно. Вот я думаю, сейчас мох с лечузой самодельной этой смешать и посадить. Посадить в эту же банку и написать дальше. Вот у меня, когда я посадил лечузу, она у меня не пошла что-то. Потом я поставил в мох. И сейчас добавлю еще лечузу. Ну, вроде же проросла. Так что сейчас глянем. Сейчас. Так, так, так. Наверное, на низ я муха наложу. Повыше приподнять. Ну, как бы так вот сделаю. Так, это аккуратно надо это. Я сперва подумал, какой-то сорняк растет рядом. Ну, бывает же там с грунтом или еще с чем-нибудь. А тут, оказывается, цветок. И сейчас еще сверху насыплю.
Короче, вот такой вот бутерброд у меня получился. Цветочный. Это алоказия, как было написано на заводском горшке, Амазоника Red. Алоказия Амазоника Red. Ну, это или медная, или Red Secret, я даже не знаю. Что-то оттуда. Вот у нее первый лист. Такой круглый, вообще непонятный. А это второй, более-менее. Так, одну посадили. Так, сейчас будем вторую сажать. Вот нашел такой стаканчик. Я не знаю, насколько он миллилитров. В него посадим. Мишольца. Фрайдек. Алоказия Фрайдек Мишольца. Или Мишольца. Там в одной букве разница. Я могу ошибаться. Так вот будет. Будет хорошо. Так. Я думаю, все равно мха насыпать. Не насыпать, положить. А потом еще сверху подсыпать. Прослойку, так сказать, сделать. Так еще, наверное. Хорошо, когда знакомые есть в цветочных магазинах и происходит такой взаимный обмен. Большой куст тут был вот у них, откуда мне отделяли. Он стоил 3500. Ну, как бы это, ну, для меня дорого. А поменяться на кактус. То есть, ну вообще, почему бы и нет, да? Вот такой вот лист, вообще класс, шикарный. Такой блестящий, как у Regal Shields. Но потом со временем вот тут прожилка такая интересная становится. И он как будто этот, как Black Velvet, махровый такой становится, классно. Вот так вот, такая посадочка. И если получится, я сейчас ставлю фотку. А может, и не буду, не хочу, не знаю даже. Ну, ставлю как это, наверное. Или чтобы не монтировать, не буду вставлять. Вот такие две посадки у меня. Пересадки, посадки получились. Ну все, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, комментарий. Всем пока-пока.